Ну что же, доброго времени суток всем, дорогие друзья, на связи студия Random for Game, и, как всегда, у микрофонов Кучерявый Гром и Лысый Макс. Всем привет, всем здрасте, всем хорошего настроения, и детишек побольше, домиков больше, два красных Порше, и всего самого вам замечательного. Максон, здорово, как дела, что делаешь? Привет, Герман. Ну, с тобой на стримчанском зависаю. Привет, чатик Ютуба и Контакта. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы с вами вновь на легендарном дивизионе. Ну и я так посмотрел наше расписание. Сегодня у нас ждут очень жаркие матчи. Очень жирные матчи. Нас ждут жаркие жирные матчи. Сегодня у нас, как всегда, с тобой. Ну да, здесь матчи, конечно, будут очень классные. Первый такой разогревочный. И на этот разогревочный к нам пришли команды Uprising и Essence. И знаешь ли, вот тут та самая ситуация, когда можно сказать, что и другая, и вторая, и первая команда могут выиграть на самом деле. Несмотря на то, что да, у Essence 0 очков, это все понятно. Явный аутсайдер в турнирной таблице. Ну, по факту. Лунные факты. Вот, а другая команда, которая в теории держит свою планку на уровне топ-1 легендарного дивизиона. И на самом деле это тоже может все произойти. Но кажется мне, что вот Essence они могут удивить. Essence могут и, наверное, постараются сегодня это сделать. Ну а мы пока что с Максимом разберем карты, которые начеркали ребята, которые вычеркнули. И начнем с команды Essence. Они вычеркивают первые карты ВВГ. Все-таки Uprising очень хорошо играет на этой карте. Essence на ней сами уже говорили у нас, что парни, ну так себе на ВВГшечке. У них есть свои сигнатурки, и ВВГ в их число не входит. Следующая карта отправляется в бан со стороны команды Uprising, это МП. Если честно, для меня этот бан вообще непредсказуем с их стороны. Я считаю то, что Uprising вполне могли отыгрывать эту карту против команды Essence. Но, видать, по каким-то причинам они ее все-таки убирают и не решаются выставлять против своего соперника. Дальше еще одна довольно предсказуемая карта уходит в бан. Это метро от команды Essence. Но здесь, опять же, без комментариев. То есть все ребята прекрасно понимают. И самое интересное, что ребята говорили, мы не можем играть эти карты, потому что мы вот хотя бы даже недостаточно сыграны. По стрельбе, да, где-то мы можем потащить, но вот на уровне командном мы очень сильно проседаем, поэтому метро отправляется в бан. Пригород Багдада со стороны команды Uprising все так же банально, просто карта не входит в мап-пол. Так, ну и дальше у нас остается минус Мидтаун. В исполнении Essence. И еще одна карта отправляется в бан. Это Убежище. Ну, прекрасно, конечно же, Uprising знают, как играют эту карту их соперники. То есть здесь все самой разумеющейся. Но остается у нас три карты, которые в итоге будут сегодня сыграны. Это Деловой Центр. Первой картой будет у нас. Второй будет Люксвиль. А в случае третьей, если мы до нее дойдем, то это будет Песчаная буря. Вот такой расклад по картам, дорогие друзья. В принципе, и ставочки, я смотрю, у вас уже идут. И в самое время мы в то же время можем переходить уже в лобби, где команда у нас уже сейчас доиграют ножи. И мы будем врываться уже с ножевого раунда на оружейный. И там начнется самое веселое. Делового центра вчера у нас, по-моему, вообще ни одного не было. То есть он в теории в пиках был. Но если и был, то он где-то на третьей карте всегда затесывался. Поэтому по ДЦ-шечке мы немножко соскучились. Сегодня посмотрим. Ну, сегодня вообще день, на самом деле, у нас очень хороший. Сегодня прям насыщенный такой, прям команды бодренькие. Сегодня все должно быть просто пучком. Так, ну и давайте переходить уже плавненько в лобби. Команде Uprising явно нужно отыгрываться за вчерашний день. Да, они показали довольно неплохую борьбу на люксе, но тем не менее не смогли немного додавить своего соперника. И в соответствии проиграли 2-0 по картам. Сегодня им нужно отыгрываться, отыгрываться с лихвой, забирать эти 3 очка уже к себе в копилку. Иначе ребята будут опускаться все ниже и ниже по нашей, так сказать, турнирной сетке. Сейчас у нас лидируют Vivictus, у них 15 очков. Далее 5 Star и Playing по 12. И им на пятки наступают X-Fresh. А вот у команды Uprising шестерочка, кстати, точно так же, как и у команды AOXZ. AOXZ мы сегодня с вами также увидим в противостоянии против команды Playing eSports. Ну и там же команде AOXZ надо забирать также 3 очка к себе в копилку, а то как-то неожиданный результат мы пока что от них наблюдаем. Они идут где-то в конце вообще турнирной таблицы первой группы. Ну как-то это нехорошо. Так, Максимка, пока что чек не ВК, я тебе замечательно один скрин кинул.
Нужно сейчас нам быстренько с тобой это все как-то поправить. Я думаю, может заново все сделать, вставить по-быстренькому, пока у нас ребята не начали еще. Довольно замечательно у нас. Замечательная проблемка. Но сейчас мы ее быстренько попробуем решить. Так. Ти-ри-ти-ти-ти-ри-ти-ти. Так, секунду просим у ребят сейчас. Ладно, мы сейчас вот так вот сделаем. Score HTML. Все, дорогие друзья, мы вроде как пофиксили проблемку. Все, команды у нас теперь видны, и мы поехали. Мы поехали, начинаем. Первая карта, деловой центр Essence против Uprising. Ой, аж как ты икнул, когда вдыхал воздух, потому что чувствую, что будет здесь, будет на что посмотреть. Uprising у нас начнут все-таки в обороне, Essence в атаке, но и сейчас. Крайне важный матч для команды Uprising, ввиду того, что им нужно действительно настигать своих соперников. И так уже очень много очков потеряли на ровном месте. Essence. Опускаться ниже некуда, только в элитный дивизион, ну. Пока что они туда как раз таки и метят. Ну, посмотрим, что в итоге будет по окончанию сезона. Будет второй круг, первый еще далеко не закончился. Вот только вот шестая игра, шестой тур у нас по идее идет. Ну и команда Essence пока что спустя вот эти пять туров находится на дне турнирной таблицы. Так, дорогие они, друзья. В принципе, не одни там. Там атрибуты. Там атрибутся тоже, да. Это все нормально. Тут тебя спрашивают, это ты тут главный? Максим, поясни. Ну, спрашивает. Тебя спрашивают, ты здесь главный? Поясни, поясни пацанам вообще за главных. Сейчас гляну. Раскидай, молодежь. Раскидай. Ладно, дорогие друзья, первый раунд у нас на карте начинается. Ну что же, Essence в атаке. На праздник в обороне. Эмилька сразу у нас идет аркада центрального кафе. И сразу же напрягает своих соперников. У Роуза проблемы. Есть минус первый. Эмилька очень агрессивно выходит. Там еще Пакинг Лев находит дэмэдж. Ну, Хаст его разменивает. Ники дрон. Пошел Аркадий. Четверка размена от Стэнфорда с Теспауна. Ну, какие же агрессивные краски приняла у нас игра прям с первого раунда. Довольно неплохие размены прошли, но по игрокам команды Essence залетает уже дамаг, в то время, когда трое игроков команды Uprising находятся сейчас в фуловом состоянии. Как-то пока что растерянно выглядят ребята команды Essence. Олеся сейчас встретится со Львом на позициях инсайда, 15 хп у него остается. И против фулова Олеси как-то бороться не очень удобно, садятся за стеночку. Ну, посидим, дружище, поговорим давай с тобой. Стамфорд и Кома выходят все-таки в район банана сейчас, и, скорее всего, все-таки это будет вектор атаки под аплейн. И единственный камень преткновения — это Олеся. И Олеся находит минус раз. Там еще Кома будет с банана. По Коме есть тоже информация. Там же и Стэнфорд. Но здесь надо поаккуратнее немножко со своими агрессивными действиями. Там драйв идет закрывать теперь Кора. Потом Олеся минус два уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и Кома должен делать размен. Должен стараться. Но сейчас питон Олеся делает минус три в этом раунде. И праздники повели 1-0.
Миссия провалена. Отлично. Отличное начало для них. Им сейчас в любом случае надо забирать вообще все раунды к себе в копилку. Все-таки они многое упустили, много матчей проиграли вообще и как-то потеряли свои очки. Немного застряли внизу нашей турнирной сетки. Но будем смотреть. Пока что это был всего лишь первый раунд. Бойцы команды Essence еще могут отыграться и принимать решение теперь более пассивно отыгрывать этот раунд. Кома выходит в район Тэшки, тем самым будет немного накалять ситуацию под аплинтом, и его четверо тиммейтов остается в районе Т-спавна. Выход на четверку, выход на перед БК, и куда же все-таки направиться? Ну, пытаются, опять же, найти аркаду какую-то со стороны Апрайзинга. Они прекрасно понимают, что в любой момент эта аркада может просочиться, и здесь надо все внимательно чекать, все позиции, каждый закоулочек. И вот здесь уже Эмилька получает по голове от Хаста, проходит по семерку. У нас Роуз по драйву, летальный дэмэдж, уже 5 в 3 ситуации, но Зиги, Олеся помогает, закрывает одного, будет ли в минус по второму? Есть минус по второму, но там Хаст должен делать хотя бы какой-то размен, и у Хаста это получается. Минус 2 от него, Никидрон Шарта также погибает, и для Вакуума крайне неудобная ситуация. 1 в 3, по нему есть уже информация, и летальный дэмэдж также 1-1. Отличная ответка, не заставили долго ждать вообще своего соперника, сразу же вырубают его под позициями плента, ну и в соответствии выходят на паритет на данный момент. Essence отыграли очень неплохо, я думаю, сейчас будут придерживаться абсолютно той же страты, будут играть очень аккуратно, после чего будет очень агрессивная атака, но в этот раз бойцы команды Uprising принимают решение забросить двоих игроков в район БК, это Олеся и Эмиль, и смогут ли сейчас бойцы команды Essence отстрелить своих соперников, или же здесь их будут ждать фиаско? Да, но опять же, контроль длины есть, у Uprising, Essence тоже прекрасно понимают теперь, где находится один из игроков, как минимум, у этих ребят, поэтому эту позицию, на самом деле, можно просто заявить, проигнорировать и куда-то уже выходить по центральной кафе, возможно, кто-то под короб выйдет стреляться, но в коробе у нас никого нету, но рядом с ним находится Никидрон, причем в упоре будет принимать СВА 93, и коробу будет довольно тяжело здесь как-то стреляться. Вакуум с Аугом. С Аугом на пятерке, и Кома пока что также чекает поджимы. Очень все аккуратно делают ребята, но и сейчас, вероятно, будет первый контакт на длине. Но если сейчас парни всей толпой попытаются вломиться в район БК, я думаю, там Олеся и Эмиль смогут дать достойный отпор, но пока что Essence как-то не торопится это делать. Закинули хаешки, но захода все-таки не имеется. Тем временем уже пошла нашивка по коробу, там Кома и Стамфорд все не дают своему сопернику спокойно жить, это Вакуум. Никидрон также подтягивается на хелпу, но и Essence пошли все-таки в район БК, Олеся и Эмиль принимают по Олесе. Есть информация, Олеся принимает своего соперника, отличный минус, Лев моментальный размен. Но здесь Никидрон должен с дома закрывать шоу. Уже есть информация по двум игрокам, это сплит-пуш через лонг 2-2, ну и хаешка отлично, кладется под Никидрона, драйв делает размен, Вакуум, ой-ой-ой, драйв-то там минус 2 сделал на лонге, и сейчас Стэнфорд, отличная пачка, разворота, там за третьими мячами драйва надо как-то срочно убивать, но остается один лишь Стэнфорд, 1 в 2, там в спине у него есть один игрок, и очень много дэмэджа по Стэнфорду сейчас влетает, драйв будет дропаться, и раунд за командой Uprising. Ну что ж, зашли довольно неплохо, были хорошие размены, но тем не менее при обороне БК ребята команды Uprising оказались сильнее. Выход на шорт сразу же закрывался хелпой из дома, и в соответствии здесь просто закрыли своего соперника абсолютно со всех позиций. Отступать уже было некуда. Эмиль вновь принимает решение прооркадить БК на дальнюю, но в этот раз вектор атаки у нас меняется, как мы можем видеть сверху. Ком закрывает за собой выход на банан. Стэнфорд и Кинглев будут отыгрывать в районе стрита, но на сейве Аплента находится Вакуум, Никидрон, если что, у него на подхвате, но и Олеся с дома подтянется в роли саппорта. Но, опять же, главное продержаться Вакууму и Никидрону до хелпы. Опять же, теперь оставляют на спине одного игрока на квадрате, но основная атака направляется под Аплент, где Вакуум находит уже минус по Стэнфорду. Ну, почему-то, как ты узнаешь, без дымов, без гранат как-то вот залетали тоже не совсем правильно. Кинглев также отлетает, Вакуум отличные минуса, ну и Эмиль забирает на квадрате Хаста, Роуз вместе с Комой вдвоем, ну и шансы на взятие раунда минимальные. 9 хп у Роуза, он никуда здесь тоже не уходит. За кассой Комы не прочекает своего соперника, это 5 в 0 и третий раунд для Uprising. Отлично, пока что преимущество только растет у Апрайзингов, и бойцы команды Essence потихоньку начинают отставать. Если хотят сейчас догнать своего соперника, то пора бы включаться. Ну и вообще, смотря какие перед собой цели бойцы команды Essence ставили вообще на первую половину, сколько раундов они рассчитывают забрать, там 3, 4, может, пятерку. По сути, надо в атаке забирать 5, а то и 6 раундов, но пока что для команды Essence это что-то из области нереального. Выход на лонг имеется, Эмили и Драйв будут играть закрывающих, но
пока что разменов не имеется. Но Драйв увидел Хаста уже по дальней части длины. Там же ему и Эмиль будет хелповать. А Роуз в это время уже проходит на семерку. Олеся, отличная приемка, но больше никакой агрессии не было со стороны Шорта. Вот Шорт, правда, не напряг игрок команды Essence и был неправ. Все-таки надо было как-то выходить, хелповать своим тиммейтом, потому что когда играет один лонг, ну как-то совсем все печально становится. У Зиги работы нету, оборона также третьим игроком может отправить на саппорт кого-то на длину. И то есть там втроем принимать лонг, ну это прям самоубийство для атаки. Здесь немножко ситуация... Неправильно была построена у Essence в плане координации атаки. То есть, куда направить звенья, куда распределить игроков и в какой тайминг им выходить. Ну и ввиду этого Стэнфорд и Ком остаются вдвоем. Ком будет закрывать короб. Ну, вылазить вообще ему не нужно. Зачем? Зачем? Никидрон сейчас и так со спины придет. Плюс игроки уже с пятерки выходят. Ну, Ком здесь, конечно... Ну, под размен должны забирать. Ну и без размена все для них складывается. Это 4-1. Ну, как-то вообще ничего сейчас не получилось в этом раунде. Даже найти какой-то минус со стороны команды Essence не получается. Ребята зашли в район БК. Хаста просто выдавили на раз-два. Там ребята попытались отстрелить лонг, ничего не получилось. Отошли, Хаста просто начали уже выдавливать. Ну и потом была информация о заходе под аплейн. Сейчас бойцы команды Essence попытаются как-то изменить эту ситуацию вообще, выбить теперь аплейн, но там играет на сейве Вакуум от Китхае на пятерку, Вакуум также уже готовится принимать своих соперников, ну и надо заходить толпой, может даже подключить короб, Кома попытается зайти в коробку, а там Никитрон, здравствуйте, есть минус, отлично, и от этого размена надо действовать. Но в это время, а, должен уже кто-то зайти у команды Essence. Почему короб напрягает, а никто не заходит? Вообще непонятно. Роуз вроде просачивается по дым. Там по Хасту очень много дамаги залетает через ширму. Роуз в упоре отличный. Хэдшот по Вакууму. 4 в 3 ситуации. Олеся под коробом закрывает Кому. И неплохо. Но в это время Кинглев тоже погибает. И Хаст остается в соло. Ну, как-то ничего не получается. Нет какой-то нити взаимодействия между игроками команды Essence. Вроде, да, понятные заготовки на раунд, вроде все должно работать, но как итог, по одному отдаются парни. И это уже как минимум первая половина для команды Uprising, ну а отрыв будет, я так полагаю, только увеличиваться с каждым раундом. Но если команда Essence сейчас сможет его сократить, это будет для них же только огромный плюс. Но опять же, первую половину в атаке на деловом центре они уже проиграли. Эмиль пытается отыграть сейчас опять же на аркаде БК. Хаст не торопится занимать эту позицию. И бойцы команды Essence вновь уходят в район аплейнта. Никидрон отыгрывает с пятерки на сейве короба. Там Стэнфорд и Кома попытаются ему накинуть дамаги. Но пока что не получается это сделать. И как мы видим сейчас сверху, то очень агрессивно работают Essence в район аплейнта. В соответствии, либо это выбор бомбсайта как вектор атаки, либо сейчас ребята просто пытаются пикануть. Там Никидрон, но опять же очень бит. Олеся как же грамотно хелпует и забирает короб сейчас. Ну и заход под аплейнт. У Роза отличные шансы забрать Вакуума. Но Вакуум ставит первый хэдшот. А это, прошу прощения, это в тушу был фраг. Ну и Лев вместе с Хастом остаются вдвоем. По сути, им здесь уже так же ничего не светит. Но с перестрелкой на длине с Эмилем. И, пожалуй, здесь... никуда не уйдет игрок команды Essence. Да уж, 6-1. Но пока что мы видим очень крушительную первую половину. И все ведет к тому, что мы можем увидеть вообще счет на табло 8-1. А это явно нас не радует. Давайте, бойцы команды Essence, надо забрать два раунда, поднапрячься. Но сейчас опять же меняется страта у команды Essence. Они не уходят всей толпой в район аплейнта. А теперь занимает выход опять же на перед ВК. Занимается квадрат, тиспаун и выход на инсайт от Кома. Но аркады со стороны команды Uprising не имеется. А нет, вру. Здесь Эмиль полетел аркадить центральное кафе. За это его и наказали. Но здесь и на ланге Олеся, так или иначе, если Роуз сюда пойдет, то будут проблемы либо у первого, либо у второго игрока. Ну а плен довольно статично стоит на пятерке, принимает также с окна Никидрон. Никого он пока не видит на стрите, просто там-напросто и нету никого. Кома на банане, Стэнфорд на четверке. А вот теперь атака строится как раз таки под аплент. И Никидрону надо здесь быть прям, ну, очень аккуратно. Сейчас и гранаты, вероятнее всего, за кассу полетят. Есть заход от Роуза. Роуз погибает. Кинглев погибает. Минус 2 уже от Никитрона имеется. Сюда дальше должен, по идее, заходить и Хаст. Хаст погибает также. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, Хаст не погибает, Хаст пока живет. Но ситуация 3 в 3.
Но у Хаста очень плачевный сейчас хелсбар, 7% здоровья. Единственная надежда — это на Кома. Можно закинуть Хаста вперед, чтобы вакуум отвлекался на него, и после чего Кома попытается найти минус. Но Ком справляется и так. Есть минус на вакуум, Олеся отыгрывает в районе пятерки, и драйв уже нашивает с дома. Есть информация о проходе в нубку, там Кома пытается зайти, Хаст садится на упор, и Стэнфорд за кассу. Как же будут выбивать сейчас своих соперников из бомбсайта бойцы команды Uprising? Давайте посмотрим. Тот редкий момент, когда все-таки команда Essence поставила бомбу, и сейчас первое серьезное, так скажем, первое серьезное испытание для Uprising — все-таки как-то выбить эту бомбу. Отлично, от Олеси приемка. Хаешка под пирамиду. Драйв забирает Кому, и Стэнфорд также остается отдыхать до следующего раунда. 7-1, но это уже разгром, дорогие друзья. Бомба деактивирована. Но даже если будет 7-2 здесь, ничего не изменится, мне кажется. Разгром он таким и останется. Ну, если только они, конечно, на смене сторон не возьмутся за какой-то камбэк из Риэл, в чем я очень сильно сомневаюсь. Там апрайзинги просто будут давить массой своего соперника, мне кажется, под любыми позициями, будь то аплейн, там коробка, центральное кафе или же Б-сайт. Ребята просто будут выжимать своего соперника, и с этим натиском, мне кажется, не справятся бойцы команды Essence, хотя стрелки-то неплохие. Вновь Кома отыгрывает один в районе Т-шки сейчас, и четверо игроков команды Essence отыгрывают в районе Т-спауна. Но куда же направятся? Ведь эта страта не работает. Они несколько раз ее пробовали, и она сработала только один раз из 8 раундов. Ребят, надо срочно что-то менять. Но вот здесь Б-плент на самом деле очень посредственно держится у команды Uprising. Никидрон вообще на пятерке, драйв. А, вот и третьего игрока я все-таки увидел, да, за камерой, к сожалению, не увидел сразу. Эмилька будет принимать лонг сейчас, у него там уже два оппонента в виде Хаста и Роуза. Хаст, перестрелка. Но Хаст пока за ширмой, он в безопасности, но вот Роуз должен был хелповать. Здесь шорт закрывает также драйв у нас. Есть минус от Эмиля, размен от Стэнфорда. Ну и лонг также проходит, Роуз отличный минус. Но Олеся тут как тут, моментально на размене. Олеся получает по себе тоже очень много дэмэджа. Никидрон выходит на размен, и только Кома может спасти свою команду, но не в этот раз. Разгромное поражение на первой половине со счетом 8-1 для команды Essence. Ну, а Uprising просто делают свою работу. Причем делают ее довольно неплохо. Сейчас у Essence в атаке не получилось ровным счетом ничего. Да, была какая-то заготовка на тот или иной раунд, но тем не менее реализация этих заготовок очень сильно подвела сейчас команду Essence. Ну и если Essence соберутся сейчас хотя бы в обороне, но если у них в атаке не было вот этой слаженности, да, какой-то координации, то в обороне она нужна вдвойне. Сейчас нужно быстро скидывать информацию, быстро подтягиваться на хелпу, быстро принимать своего соперника. И это все должны делать Essence сейчас буквально вот с секундным перерывом. То есть у них даже не было времени на обсуждение, что им надо делать, куда идти и так далее. То есть придется работать по старым наработкам. Ну а как же они сейчас по ним отыграют, давайте смотреть. Ну и выход под длину от команды Uprising. Просто втроем попытаются сразу найти какой-то энтрифраг. Но там Хаст отлично работает. И пока что Никидрон один под аплантом. Ну, преимущество в одного игрока надо реализовывать. Олеся пробегает уже под длину. И Олеся пробегает под бетон. Но Хаст все-таки по нему еще ставит фраг. Два уже для него. Эмилька, будет ли размена? Там Кинглев на обороне апланта за ширмой стоит пока что. А в это время Эмиль забирает все-таки Стэнфорда. Ой-ой-ой-ой, здесь вакуум шарта может выйти. Кома стоял сейчас боком, но очень хороший тайминг все-таки вакуум словил. И выход под Кому. 36 хп, Кома делает фраг. И у Никидрона проблемы сейчас будут от Льва. Да ладно, Никидрон! Были проблемы, конечно. Никидрон просто заходит в наглую под позиции аплента. Без каких-либо саппортов двое игроков закрывают эту точку. Но его это вообще никак не смущает. Находит даблкил и при этом всего потерял 10% здоровья. Эмиль по-прежнему байтит на себя в районе ланга. Но Хас принимает решение все-таки отойти в район второй линии и на агрессию не играть. А там Ком обходит спину и делает довольно неприятный сюрприз сейчас своему сопернику. Никидрон принимает решение уйти в дом. А там Хаст. Хаст, по ходу дела, сейчас его начек. Это если Никидрон первым же делом не забрасывает по нему дамаг, то может потерять большое количество хелсбар. А Ком-то почему не хелпует? А зачем? Они оба битые. То есть а не факт, но... Убили? Ну, убили бы. Но он убивал-то его с дома, он не выходил из дома, вот в чем проблема. А Коме-то как, зачем было палиться? То есть если бы Кому еще полез на перестрелку и по нему бы случайно... Вот, ну, перевел бы реально через ширму, он бы с ваших его просто забрал бы за две пули. И зачем это надо было? Видишь ли? Но с другой стороны, здесь все равно, если бы
Упал Кома, остался бы Хаст. Упал Хаст, остался бы Кома. Сейчас остались вдвоем. Ну, это просто... Вот видишь, не вышел. Хорошо. Две стороны медали здесь есть. Вот такие. Не, здесь определенно есть одна. Это хорошее, что Кома как бы не вышел из Зиги. Все, он не спалил позицию. Поэтому все очень грамотно сделал. То есть, молодцы. Только похвалить за это можно эссенсов. Но у Никидрона 61 хп. Если граната в наличии, похоже, нету. Спитон почему-то решил отыграть. А, есть граната. Ой-ой. 19 секунд до конца раунда. Опа, а вот и дэмэдж по нему влетел. Здесь еще одна граната есть. Здорово! Здорово! Здорово, квадрокилл! Ну это просто браво от Никидрона. Молодцом сейчас с гранатами отыграл на ура. Ну что ж, это уже 9-й раунд копилки команды Uprising. И ровным счетом опять ничего не получилось. Но ты, я знаешь, почему так отреагировал. Типа, а почему Ком-то не хелпует? Вот пока там где-то отыгрывал у нас, допустим, по Хасту, да, Никидрон, можно было бы, может быть, даже через ширму, да, забросить дамага и добрить его. Я имею в виду то, что вот сходить в какой-то ва-банк и выиграть. Но так не выиграли. Опять же, Никидрон справился. Причем даже оружие доставать не пришлось одними гранатами. Но Лев его находит в этом раунде. Есть минус. И Хас также закидывает гранатами Эмиля. Ну и снова преимущество в два игрока. Но в этот раз команда Essence должны как-то потрудиться. Забрать этот раунд. Потому что если еще раз это 5-3. Я не знаю тогда, что уже нужно будет. Лев пошел аркадить. Роуз. Знает, что под кормом под четверкой были игроки, но вот сейчас сразу два игрока. Здесь погибает Олесь, уже 4 в 2, но второму сюда просто банально нет смысла выходить на размен. Позиция закрыта, если бы она хотя бы была бы немного открыта, то можно было бы выходить на размен, но... Ввиду ее трудной доступности, не надо было выходить на размен, все правильно сделали сейчас апрайзинги. Но вдвоем попробовать просочиться под аплайн, поставить бомбу, против четверых можно это сделать. Причем довольно легко, если у вас есть гранаты и так далее. Главное все по таймингам раскинуть. Прокидывайте сейчас вакуум на окна дым, чтобы драйв смог все-таки пройти в плент, поставить бомбу. Либо сам пойдет вакуум. Ну и да, скорее всего вакуум сам побежит и поставит бомбу. Там Стэнфорд дома закрывает. И есть информация, это уже по вакууму. Так что проход такой очень опасный. Но в этот раз здесь нет у нас никаких C5. Я думал, уже заюзают их бойцы команды Essence, раз так отпустили в открытую аплейнт. Но, увы, ах, этого не сделали. Вакуум остается в районе пирамиды. Драйв уходит также на стрит. Хаешками закидывает своего соперника. И все вчетвером пойдут через позиции пятерки. Вакуум ведет отстрел, забрасывает гранатами. Драйв должен хлоповать. Ой-ой-ой, как засейвил своего тиммейта Вакуум. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, что вы делаете? Да ладно! Да ладно! Ну как? Ну ребята, на 4-то в 2 и плюс идет аркада на стрит, и Стэнфорд здесь не успевает уже даже бомбу раздефьюзить. Драйв и... Ой-ой-ой. Драйв в вакуум, что вы делаете, парни? Ну это... Забей. Ну такие раунды уже, когда не выиграются, на это уже... Здесь можно заказывать это самое... Деревянный там... Я прайзинг бью дважды. Один раз по лицу, второй раз по крышке гроба. Первый раз сейчас был по лицу, но и будет ли крышка гроба сейчас на карте Люксвиль? Да, 10-1. Были ли прогнозы такие? Вот я сейчас смотрю, но пока что не вижу. 10-8 тут даже такие жаркие прогнозы-то. Ух-ух-ух-ух-ух.